Здравствуйте, это Калам Максимадзе, и сегодня мы играем в моды на игру, когда соседа, которые присылают подписчики или просто гости канала. И я уже второй раз пытаюсь записать этот выпуск с модами, потому что первый раз бандикам глюкнул и ничего не записалось. Все, что я записал, тупо удалилось, можно сказать, само по себе. Бандикам глючит иногда так. И короче, первый мод называется Neighbors from Hell New Adventure. Скоро, кстати, декабрь. Скоро декабрь, поэтому я жду. Не настаиваю, конечно, но жду новогодних модов от вас. Ладно, поехали, включаю музыку. И сделал его, я так понял, Тошик вот этот. Я тут все уже прошел, потому что я это пытался записать, а бандикам глюкнул, все удалил. Ну, короче. Так что я уже знаю, что тут на уровнях будет, какую я оценку поставлю, к сожалению, вот так. Мод мне этот прислали давно, но руки только сейчас дошли. Я знаю, какие уровни тут изменились, а какие нет. И первых эмоций вы, к сожалению, не увидите. Теперь, скажите спасибо этому бандикаму. Больше пакости, управляйте Вуди и следите за мыслями соседа. Рассмотритесь вокруг, будьте аккуратны. Да, автор тупо сократил описание. Да, вместо портрета бумаж сосед. У соседа портрет Ольги здесь. Ух, по пакостям-то тут нифига не изменилось. Изменились только вот окружение. Кстати, вот по новостям немного, чё. Вот на Ютубе больше нет дизлайков. Их больше нет. Точнее, они есть, но они теперь не отображаются. Зачем я этот уровень запускаю? Там ничего не изменилось. Так, редко застанешь соседа мирно сидящим в кресле, будет и не по душе, а тоже все скрещено. Дизлайки есть, но теперь их они не отображаются, их количество, так что теперь если нажать кнопку «не нравится», ну то есть дизлайк поставить, это абсолютно ни на что не повлияет, абсолютно ни на что. Его никто, дизлайк твой, не увидит. И, собственно, все. Мне кажется, это фиговая идея убрать дизлайки. Мне кажется, это фиговая идея. Фиговая. Если вы согласны, пишите в комментах. Если не согласны, тоже пишите. Можете и дизлайк поставить. Впрочем, я это и не увижу. А, тут же попугай безопасен абсолютно. Он даже не двигается, это просто картинка. Я забыл про это. Еще я обещал, прям обещал, что будет стрим в ноябре, но увы, так и не сделал я его.
Надеюсь, что я постараюсь сделать в декабре парочку стримов. Но, если честно, мне просто лень проводить их. Потому что, во-первых, настраивать их там надо. Всякое. Так, у телеэкрана не изменился уровень. Я проверял. Когда первый раз пытался записать. А вот этот уровень изменил. Но только окружение. Как вы поняли. Наверное. А, тут мыло. Бумага там торчит из-под двери. Блин, соседи свернут. Да вы чё, офигели, что соседи? Почти неплохо сделано, что вот аптечка совпадает, но вот бумага не совпадает, и мыльница тоже. Более-менее, так, скажем так, сделал. Так, ну что ж, остальные уровни я все проверял, я их проверял, они не изменены. В отличие от, это самое, они как в оригинале, ничего там не изменилось. Ну и пора приступать к оценке мода. Мод получился, ну, не очень. Не очень. Там, ну, это бета, конечно, бета. В ней мало всего. Если будут обновления, надеюсь, они будут лучше. Ну, вот, кстати... А, ладно, потом расскажу. У нас есть еще моды. Поехали дальше. Второй мод, который мы сегодня посмотрим, называется «Когда соседа финал трилогии». Кстати, два мода, которые у меня лежат, которые мне присылали. Один должен устанавливаться с файла .exe, там, то есть ссылка на скачивание, там был файл .exe, setup. Я на нее нажимал, и Windows говорит, что это вирус. Поэтому я не рискую. Мало ли что. Если тот, который мне это прислал, хочет увидеть мод, пусть архив с, с игровыми файлами скинете. Установщик не надо. Короче, тут я вижу только один уровень. День отдыха. Наш сосед решил отдохнуть от ремонта. Иногда он идет на кухню почистить зубы, как очистить тюля. Гигиена, залог здоровья, не так ли? Вуди рад этому, но придется навестить соседушку. Можно ходить там, где тебя не видно. Ну, конечно, конечно. Финал трилогии, кстати. А какой трилогии? То я что-то не совсем понял. Так.
Окошечки здесь. Такие вот. О, комод переместили. Ну, неплохо, неплохо. Шрифт знакомый какой-то. Мы вроде бы его видели уже где-то. Ой, это дверь в гостиную, а это куда? Блин, да тут запутано все. Я что-то не сразу даже понял это. Ну, выглядит, по крайней мере, не так уж и плохо, по крайней мере, пока что. Так, вот в дверях запутаться можно. По-крупному. Кстати, вот сейчас, поскольку декабрь будет, новогоднее оформление моего канала уже почти готово. Но на этой неделе будет еще пока обычное. А вот со следующей недели будет уже новогоднее. Будет новогодняя заставка. Новогодняя конечная заставка. Да, забавно. Все чистят зубы вот здесь. А я не понял, нам надо вообще попадать сюда или нет? Где что еще взять? Что-то я не пойму. А, вот. В смысле, что, не надо, что ли? Ладно, давайте, по крайней мере, посмотрим, что это за пакость. Только так и сделаем. По крайней мере, я анимацию даже какую-то там увидел у шкафчика. А, открывается шкафчик, но это неплохо. Правда, он открывается в обе стороны почему-то, когда этот должен открываться в одну сторону, туда. Тут так что здесь немножко не доделано. Но, тем не менее, все равно неплохо. Предметы лежат немного странно, но все равно прикольно, что лежат. Это крем для обуви такой. Я так понимаю, анимация будет та же, что просто как на уровне солнечный день, что зубы будут черные. Ну, посмотрим, в общем. Посмотрим, что да как. Ну да, я угадал. Ладно, в общем, мы прошли эту серию. Она всего одна тут. Ну, хотя один уровень, но выглядит не так уж и плохо, так сказать. Поэтому поставим ему плюс-минус. И такой вот сегодня был выпуск с модами. Пока модов больше нет. Я в них вообще запутался. Пока. Но если модов будет мало, я буду искать, наверное, сам. Потому что надо все-таки снимать эти выпуски. Нельзя, чтобы эта рубрика сдохла. Ну а на сегодня все. С вас лайк, подписывайтесь с меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на сервисовский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Если вы тоже делаете моды на когда-соседы и хотите их показать, то присылайте их мне. В обсуждении ВКонтакте, в личку ВКонтакте можете в комментариях под видео написать. Правда, YouTube удалить может этот комментарий. YouTube что-то часто удаляет у меня комментарии на канале. И это очень бесит. И обязательно жду новогодних модов. Ну и всем пока.